Друзья, в прошлом ролике мы пообщались с генеральным директором итальянской компании и вдохновились, ведь выставка Нева 2021 это все-таки международная выставка. А именно поэтому сегодня мы запечатлим основные зарубежные компании. Это канал Маш Ньюс, Андрей, погнали! Ну и первый, можно сказать, стенд или павильон, комплекс стендов, который мы решили посетить, это, конечно, стенд Германии, потому что там разместилось большое количество компаний. Пойдем посмотрим. Друзья, стенд, который привлек наше внимание, компании Sorb XC. Здесь происходит что-то невероятное. Юлиан, приветствую. Привет. Отлично. Расскажи, что здесь происходит и чем вы занимаетесь? Меня зовут Юлиан, я из компании Sorb XT. Мы представляем фазу, которая способна впитывать более 80 видов жидкости, такие как краска, масло, антифризы и так далее. Для сравнения мы покажем, как работает сорбент на основе целлюлозы. Мы покрываем этим сорбентом одно нефтяное пятно и одно пятно тормозной жидкости. Правильно я понимаю, что теперь целлюлоза должна впитать в себя, верно? Да, мы пока оставим его, чтобы он поработал. Сейчас мы возьмем наш продукт, который является полностью экологически чистым, и покажем, как он работает. Получается в сравнении, да, с целлюлозой? Супер. Также мы покрываем одно нефтяное пятно нашим сорбентом и сразу начинаем работать. Все следы нефти моментально исчезают. Для тормозной жидкости мы возьмем немного больше сорбента и также сразу начнем вытирать. Мы видим полностью сухую поверхность без масляных пятен. Теперь мы вернемся к конкуренту и видим, что пятно никуда не делось, оно все так же здесь. А теперь мы возьмем наш уже использованный Sorb XT и нанесем на то же место. Убираем остатки и видим эффект сухой поверхности. Юлиан, скажите, за счет чего это происходит? Мы разобрались, да, что Sorb XT – это органическая какая-то история. Может быть, на основе чего? Или это секрет? Наш продукт полностью капсулирует все вещества и при этом не впитывает воду. Именно за счет этого он намного более эффективен, чем конкуренты из целлюлозы или минералов. Здорово, мне кажется, это магия, не иначе, друзья. Давайте посмотрим, какие компании представлены на Неве 2021 еще. Пойдем. И следующий стенд, который мы решили посетить, это норвежская компания Wilhelmsen с российским представительством. Здравствуйте, Константин! Здравствуйте, здравствуйте! Расскажите, что нового привезли от Wilhelmsen, есть ли какие-то интересные разработки? Добрый день, меня зовут Константин, я руководитель подразделения Wilhelmsen по России. Ну, Wilhelmsen, наверное, знаете все. Это знаменитые бренды Unitor, Nalfleet, Team. Юнитор, наверное, знаком каждому моряку. Это вот такие зеленые канистры с химическими продуктами для топливоподготовки, водоподготовки. Из интересного мы привезли новую веревку со снэпбэк-арестером. Это инновационное изделие, которое на 99% исключает возможность нанесения травм при швартовых операциях на судах. Как это вообще происходит изначально, если мы берем обычный канат, обычный трос? Что происходит? При швартовке он перетирается или как это? При швартовке, если канат изношен, он просто банально лопается, если увеличивается разрывная нагрузка на этот канат при швартовке. В этот канат вплетен специальный нейлоновый эластичный сердечник, который работает как демпфер. Он гасит эти колебания и на 99% предотвращает нанесение увечья экипажу. 1% – это что? Это ты находишься в непосредственной близости, да, и когда тебя именно нейлоном может травмировать или что? Вот это 1% важно? Концы, дело в том, что концы все равно разлетаются. Наверное, если очень неудачно встать, если не соблюдать технику безопасности, наверное, можно получить какую-то небольшую травму. Но эта травма будет однозначно несерьезной и
в общем-то, серьезные травмы вот этот канат предотвращает, на, можно сказать, на 100%. Угу. Услышал вас. Что еще представлено на норвежском стенде? Кто еще тут есть? Дело в том, что одна из наших последних новостей, я хочу представить наших коллег, компанию Kluber Lubrication из Мюнхена. Это ведущая компания, одна из ведущих компаний в мире по производству инновационных смазок. Может быть, пару слов скажет мой коллега Артур из этой компании. Артур, да. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про непосредственно саму смазку, для чего она нужна, в каких целях используется и как пришли вообще в Россию. Во-первых, меня зовут Артур, я представитель немецкой компании Kluber. Мы уже больше 100 лет почти изготавливаем смазочные материалы, специальные смазочные материалы. Конкретно в морской отрасли в первую очередь мы сфокусировались на производстве биоразлагаемых смазочных материалов для различных применений. Соответственно, это различные подруливающие устройства, это масла для дейдводных труб, это смазка всего палубного оборудования. Вот. Наши решения направлены на уменьшение износа, соответственно, помимо биоразлагаемости, да, увеличение интервалов обслуживания оборудования и, соответственно, повышение его производительности. А так вообще компания Kluber Lubrication конкретно на российском рынке находится уже больше 10 лет. И, собственно, на данной выставке, как раз таки, как сказал Константин, мы совместно с начала этого года с компанией Wilhelmsen, собственно, работаем по морскому направлению. Такой тесной коллаборации получается. Да, да, взаимовыгодная. Да. Артур, вы сказали про биоразлагаемые продукты. Mm-hmm. Правильно я понимаю, что это еще и экологичная история в сравнении с... Да, конечно, биоразлагаемость подразумевает под собой, что смазочный материал должен разложиться на определенный процент, как правило, это 40%, да, в течение 30 дней. Если как бы он удовлетворяет данным требованиям, соответственно, продукт можно считать биоразлагаемым. Ну, соответственно, с увеличением времени он разложится еще больше. Собственно, на это и направлено. И, наверное, такой ключевой вопрос. Не знаю, успеем ли мы в таком кратком, сжатом сроке это обсудить. За счет чего это происходит? Почему вот так быстро? За счет использования специальной базы, специального сырья. Соответственно, биоразлагаемым продуктом именно в части смазок может быть именно только полиэфирное базовое масло, которое составляет основу всех этих смазочных материалов, не только нашей компании, но и в принципе, да, соответственно, дальше это уже определенный пакет присадок, и это инновационное решение компании Kluber, собственно, для морского отрасли. Ну что ж, Артур, спасибо, Константин, спасибо, это было здорово. Друзья, заметьте, все европейские компании, они стараются как-то ориентироваться на экологию. Sorb XT, это экологичная какая-то история. Здесь также Wilhelmsen совместно с Kluber Lubrication, это биоразлагаемая история. Поэтому давайте посмотрим, что еще нам предложили наши заграничные друзья. Логичным продолжением после стенда Норвегии компании Wilhelmsen будет посетить стенд Финляндии Wärtsilä. Приветствую, коллеги. Расскажите немножко о том, что привезли на него. Как я понимаю, компания Wärtsilä, как всегда, решила удивить новинками и интересными событиями. Было бы здорово, если бы вы еще представились и рассказали немножко о себе и о компании в том числе. Yes, hello, my name is Johan Hansten. Добрый день, меня зовут Йохан Хансен. Я представляю Wärtsilä Финляндия. И Wärtsilä — это большая компания, которая насчитывает примерно 16 тысяч человек глобально, и мы много-много лет уже работаем на российском рынке. Расскажите, как давно участвуете в выставке НИБА и какие планы на эту выставку? На НИВе мы уже довольно давно, и, наверное, как НИВА началась, мы стали на нем участвовать. И персонально Йохан Хансен уже около 7 раз участвует на НИВе, больше 10 лет точно. И, как всегда, на НИВе мы видим перспективы пообщаться с нашими заказчиками, встретить наших партнеров. И я думаю, что следующий закономерный вопрос. Что вы привезли на НИВу 2021? Что из новинок готовы представить? Мы, говорит, привезли, это, конечно, новые технологии, это высокооборотный двигатель Wärtsilä 14, это, конечно, и взаимодействие наше с Транзасом. Самое важное, конечно, это после ковидного периода, это нужно снова объединиться с людьми и пообщаться с нашими заказчиками. Восстановление общения – это действительно важно, и я думаю, что многие соскучились за ковидное время к общению.
И я думаю, что было бы здорово услышать о планах на этот самый двигатель. Будет ли он, куда он будет поставляться, есть ли уже на данный момент какая-то партнерская история с компаниями? Мы уже подписали пару контрактов на этот двигатель, и заказчики наши довольны этим двигателем. Мы планируем больше подписать еще. Что самое главное в новых двигателях, которые мы производим, которые мы привозим на рынок, это то, что мы заботимся также. Высокий фокус на экологию и на вредные выбросы, которые производятся от этих двигателей. И тем самым мы пытаемся уменьшить вредные выбросы и тем самым улучшить наше будущее, наше пребывание на планете. Коллеги, большое спасибо за интервью. Это было здорово. Спасибо. Благодарю. И заключительный стенд, который мы решили посетить в рамках этого видео, это стенд компании SABIC Marine, которая входит в международную корпорацию SPX. Друзья, и сейчас мы возьмем интервью у корпорации SPX, у представителя компании Sealight, у представителя компании SABIC Marine. Евгений, Энтони, приветствую. Приветствую. Добрый день. Ну и, конечно, хотелось бы начать с Энтони. Энтони, расскажите, что привезли на Ниву 2021 из интересного? Группа компаний SABIC Marine и Sealight являются лидерами в области производства средств навигационного оборудования современных. Мы входим в корпорацию SPX в Соединенных Штатах. Мы производим средства навигационного оборудования, такие как фонари, буи, в соответствии с современными стандартами, в соответствии с рекомендациями Международной ассоциации маячных служб, которая является производителем стандартов в этой отрасли. Скажите, сколько вообще стран включено во всю эту корпорацию? Как я понимаю, вы работаете по всему миру. SPX Corporation has manufacturing facilities all across the world. Мы представлены по всему миру. Наши производства размещены тоже довольно-таки широко распространены по всему миру. У нас есть производство в Финляндии, в Эстонии, в Бразилии, в Соединенных Штатах, в Австралии. Как я понимаю, Энтони как раз отвечает за европейскую часть, Евгений, а вы за Россию. Да. Хорошо, хотел бы выяснить, что из интересного оборудования привезли, возможно, есть ли какие-то новинки, ноу-хау, которые раньше не демонстрировали. Вот представлена инновация компании Sealight, автономный фонарь со встроенным фотоэлектрическим источником питания, то есть это солнечная панель, аккумулятор встроены, дальностью видимости от 3 до 5 миль. Также интегрирован спутниковый мониторинг, настройка с помощью Bluetooth и различные информационные функции. Дистанционный мониторинг позволяет всегда быть в курсе, что происходит с фонарем, работает он, и можно наблюдать фонарь без посещения непосредственно места его установки с помощью ноутбука или телефона. Теперь специалист, который находится на маяке, просто не нужен, он может сидеть дома в комфортных условиях и следить за тем, чтобы маяк работал. Абсолютно верно. Евгений, тогда вопрос к вам, как представителю SABIC Marine, что вы привезли на стенд, потому что я вижу здесь и логотип SABIC Marine, что-то от вас, есть ли какая-то инновация или все-таки... Да, от нас есть большая инновация. Мы представили рынку в первый раз в России вот этот фонарь, то есть он был анонсирован к этой выставке. В чем его фишка? Если его включить, то яркость – это высокомощный фонарь, который светит на очень большое расстояние, 20 морских миль, чтобы вы понимали, это порядка 40 километров, чуть меньше. Касательно Sealight, Энтони, может быть, тоже ответит, скажем так, о планировании, о развитии в России. Это первый визит Энтони в Россию. По сути, это разведка на рынке. Естественно, Энтони Sealight хочет предложить свои буи для того, чтобы средства навигационного оборудования в портах России соответствовали международным стандартам. Здорово. На этом большое вам спасибо, Энтони. Спасибо, спасибо. Евгений. Спасибо. Друзья, 16-я выставка Нива 2021 по праву называется международной. Большое количество зарубежных компаний, которые привезли самые разные инновационные решения, новинки, разработки и так далее. И если у вас такие же положительные впечатления, как у меня, обязательно пишите о них в комментариях. Ну а если не подписались на канал, то обязательно это сделайте. Это был канал Маш Ньюс. Андрей, всем пока!